Тепло для героя. Такую акцию провела партия «Единая Россия». Советы ветеранов трех округов Щелково, Фрязино, Лосино-Петровского совместно с молодогвардейцами объединились, чтобы связать теплые вещи для военнослужащих, находящихся в зоне СВО. Мероприятие прошло в универсальном спорткомплексе Подмосковья. Так сложилось уже, что мы неоднократно оказываем помощь по любому звонку, скажем так, вот. Мы знаем, что, я не афиширую, но мы знаем, что наши ребята, которые призваны именно из Щелковского городского округа, Фрязино, Лосино-Петровского, находятся на передовой. И бывает перемещение, и мы направляем туда им и маскировочные сети. У нас более 300 человек занимается вот этим делом по всем ветеранским организациям. Это наша общая задача и общее дело, которым мы горимся вместе и которым мы движемся вперед. Потому что только все вместе, сплотившись, мы действительно можем дойти к победе. Поддержка наших бойцов сегодня долг каждого гражданина России. И объединившись, мы можем оказать больше помощи, в которой так нуждается наша отчизна. Самое главное, конечно, мы хотели сегодня, чтобы они между собой обменялись опытом того, как можно сегодня помогать нашим ребятам в зоне специальной военной операции. Ведь каждый из них по-своему чем-то помогает сегодня фронту. Кто-то льет блиндажные свечи, кто-то вяжет теплые вещи, кто-то делает маскировочные сети. У каждого свои технологии. Ну, а самое главное за этим, это, конечно, возможность познакомиться поближе с соседями. Акция «Тепло для героя» проводится повсеместно по всей стране. Участники окружной акции показали своим примером, что в этом важном деле между тремя округами не существует границ. Вместе мы сильнее. Евгения Корытько, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.